Добрый день, друзья! Недавно я посетил музей Лего в Минске и хочу поделиться увиденным с вами. На сегодняшний день представленная коллекция является самой большой частной коллекцией Лего-наборов в мире и единственной в Беларуси. В июне 2021 года это право подтверждено Книгой рекордов Гиннесса. Музей располагается на территории в 500 квадратных метрах, где представлено несколько залов с экспонатами в витринах, разделенных по сериям и годам выпуска. Отдельные залы с экспозициями по сериям «Звездных войн», «Парка юрского периода», «Миньонов» и «Трансформеров». Трудно обойти все залы за пару часов. И поэтому я вам предлагаю вместе со мной окунуться в удивительный мир Лего. Приятного просмотра!